Эти сряды начинают несколько важных отрезков. Один из таких — заключительная домашняя серия. И сегодня такая серия начинается у ЦСКА. Добро пожаловать в парк легенд, где армейцы принимают «Витязь». Ну, не знаю, как у всех, у нас одна цель — выиграть матч и показать хорошую игру. Начинка нам важна, поэтому мы настраиваемся на хорошую игру, на правильную игру, которая нам поможет дальше. Попросили просто ребят сыграть свою игру побыстрее, понаглее и не давать сопернику много пространств. В общем, Никита еще и под 75-м номером играет. Так он раньше под 57-м играл, мы вообще были почти полные тезки. Да, один хороший выход сейчас. Да, хороший бросок в исполнении Воробьева. Вложился неплохо, проверил Федотова. И в обратку побежали армейцы. Это 3 в 2. И Даррен Диц готов подключиться. Мингачев. Передача в центр. Долженков с неудобной. Хороший момент уже ЦСКА создает из ряда, ну, в каждой атаке. Фредерик Классен, причем защитник, оказался на чужом пятаке. У борта Джереми Рой на синей линии, конечно же. И Скотт Уилсон, нападающий, с очень хорошим броском. Заряжает поворотом. 20 шайб на его счету в этом сезоне. Мешает, но старается и не терять позицию при этом. Бросок в нижний. Перекладина. И опять шайба улетает. Штанга или перекладина? Ну, мне показалось, да, перекладина шайба попала. Хороший бросок был, кстати. Звонкий. 22-й, предпоследнее место в лиге по меньшинству. Наброс Даррена Дитса. Шикин не допускает отскока. Игра остановлена. Скорость, Владислав. От Григоренко может и уйти. Дает по тормозам. Передача. Воробьев. Ой, здорово. И забивает Иван Воробьев. Красивейшая шайба. 1-0 Витязь. Ну, здесь какая-то такая, если честно, немножко пассивная игра в обороне от игроков ЦСКА получилась. То есть, по сути, ничего страшного это не предвещало. Ну, как фишки объехал Воробьев на тренировке. Все, да, я говорю, слишком как-то очень пассивно действовали игроки ЦСКА, но при этом мастерство невероятное показал. Открывает клюшку, удары на Дитса. Воронков бросает через блок, отскок на пятак, попытка добить. Ой, здорово. И добивает Барак с лету, попадая по этой шайбе. Когда игрок Витязя был один шайбе, их было пятеро, могли спокойно выходить. Начали придумывать какие-то ненужные передачи, шайба осталась в зоне. И просто вот за это их наказали. И опять мы видим, но в какой-то момент три игрока Витязя были против одного игрока ЦСКА в обороне. Витязя в игре 11 февраля. И вот момент у Витязя. Третья может зайти сейчас в ворота, если Федотов не остановит игру. Какой прекрасный шанс сейчас был у Витязя. Да, я вот про это говорю, что ключ к победе у Витязя сегодня — вот такие рабочие моменты, рабочие голы пытаться. Лестером за воротами. Цицура скидывает на синюю. Бусыгин, летит шайба. Савчик выставляет клюшку, но переправить не удается. Дорогие друзья, вы знаете, что... Совершенно ненужные пропущенные голы. Сейчас будем исправлять ситуацию. У нас есть два периода. Еще один бросок. Федотов щитками отбивает перед собой. ЦСКА разгоняет свою атаку в ответ. Карнаухов по правому краю ходит. С лету попадает Светлаков. И будем разбираться. Поэтому ближний главный судья увидел, как будто в руку. Да. Отмена гола. Да, вот со второго повтора четко видно, что шайба попала в руку. Даррен Диц там встречает, но Витязь очень настойчиво действует. Шайба не прижата, игру можно продолжить. И Мингачев уже действует попроще, выбрасывает шайбу. Запрет на смену для ЦСКА. Дыбленко эта красота в данном случае не интересует. Заряжает Валенцов. И шайба опять на пятаке. Уилсон пытается добить. Да, хорош сейчас. Это рикошет был от борта. Да, зрелищный хоккей, интересный. Абрамов достается. Очень жесткий силовой. Даже посмотрел, по-моему, попробовал запомнить номер Савчика. Момент у Витязя. И вот там уже прилетело Цицури. Он едва ворота не сдвинул. Может быть, даже если бы сдвинул, было бы полегче. Но можно сказать, что это заблокированный бросок Камелева, но статистику не пойдет. Это Дерек Барак режет угол на ворота, бросает. Федотов достает эту шайбу своим щитком. Да, хороший сейф от Ивана.
Рой. Витязь продолжает атаковать. Мимо Гончарова. Передача Ярославу Дубленко. Плотников принял. Проходит и этот пас. Сбросил скорость Карнаухов. Нестеров развернулся красиво. Свисток раздается. Вы там столкновение у скамейки. Дубленко уже менялся. Ему отвечает Зубов. Сам при этом держится за лицо. Деня. Здесь у стекла стычка. Внимание, команда ЦСКА. Оказан умеренный удар Крюшки. Плюс 5 и 20 за толчок соперника плюс. Удобно. Потом решил, что за ворота все-таки нет смысла ехать. Оттуда вылезает Галузин. Бросок. Иван Федотов. Ну, очень здорово выглядит Витязь в этом большинстве. Очень нацелено, очень быстро. Все очень точно. С Дитцем не захотел сталкиваться. Отправил шайбу за ворота Федотова. Вот там уже началась толкотня. Галузин. Кара. Пас на синюю линию. Набросок на шубу. Можно сказать и удержать, можно сказать и забить. Сейчас послушаем тренерского штаба. Они скажут, что делать, как правильно сыграть. И выйдем на последнюю 20-минутку. Григоренко. Акулов. Соркин и Плотников с Нестеровым на синей линии. Мощнейший бросок Григоренко. Шикин отбивает. В шею попала шайба, видимо. Тут требуется остановка. Очень неприятное попадание. Григоренко. Опять в клюшку. Партнер ударил. Здесь сильнейший бросок. Отскочила шайба Григоренко. Ложный замах и передача. Так, а Акулов и Григоренко остались из первой бригады, которую мы видели. Диц на синий. Я думаю, что они хотят проигрывать. Очень хороший момент. Передача Валенцова. Выход к воротам. Бросок с неудобной. Федотов подбил. Валенцов еще раз добавляет. И у ЦСКА будет удаление. Да, 2 минуты. Ну вот немного как будто заигрываются армейцы. И мы и в первом периоде видели такие ответки. Даже если они там много проводят в своей зоне времени. Бросок Классона. Шикин фиксирует шайбу. Но продолжая вашу беседу, я думаю, есть еще одна причина, но не буду пока про нее говорить. Опа, секретики какие-то некие. Ну нет, это не секрет, пока она пригодится. Акулов пошел в зону. Хорошая передача Светлакова. Добивание и штанга. Не первый раз она выручает Дмитрия Шикина в сегодняшней встрече. Нарушение против Плотникова. 6-й полевой сейчас появится у армейцев. Светлаков мимо Дица. Свисток на льду у Витязя. Встретил жестко. Хороший силовой, да. Выброс Витязя. Дарин тянет. Атаковать снова 2 в 1. Справа есть Кара. Проходит передача. Кара, какой бросок! И Федотов, судя по всему, задел эту ловушка, шайбу. Ловушка, да, отбил Федотов. Здорово вообще. Еремчук. Бросок с отрицательного угла. Федотов останавливает встречу. Шикарный момент сейчас. Каменев. Подкидка. Мамин. Офсайда нет. Смещается в центр. Бросок. Гол! 24,6 остается у армейцев. Шайба Максима Мамина дает, пусть и маленькую, но все-таки надежду. На мастерстве еще. Здесь Дарьин, очень острый угол, подкатился к пустым, не забил. 2-1, сирена, победа Витязя в матче против ЦСКА. Первая победа над армейцами в нынешнем сезоне. Очевидно, ответ, конечно, нет, потому что играли опять волнами. Было хорошее начало, но это всего несколько минут. И потом соперник просто добавил движение. И мы проиграли достаточно мобильной команде. Команда, которая лезла на ворота, которая закрывала нашего вратаря, создала кучу нам проблем в нашей зоне. Тут все очевидно. Проиграли скорости. То, что вы хотите видеть? Близко к идеалу. Всегда хочется что-то большего. Вот этот гол, конечно, чуть-чуть не дотерпели, не дали Диме сыграть на ноль. Но, скажем, очень здорово играли сегодня. Хорошая такая целостная командная победа. Красавцы, молодчик, Димарик. Спасибо за игру. Очень здорово. Ребят,
вы сами показываете, что вы можете играть. Но это надо вот постоянно показывать из игры в игру, из игры в игру. Тогда вы будете расти. Очень хорошая командная победа. Все здорово сыграли, грамотно, самое главное. Было где-то, брали, нет, выводили, хорошо играли. Все, молодчики, с победы. У кого мяч? Белс. It's a great game. Probes, one shoots, one wall. And this guy ate a stick for dinner at probably 8:15, so we're going to give it to Zuber. Да, все мужики красавчики, вы доказали, что мы все можем. Давайте дальше.